работы очень много. И вот многие удивляются, что ради этого стоит ехать. А говорю, вы Высоцкого слушали? Вы послушайте еще раз. И вы, может, что-то там прокрутите, щелкните. И по-другому будете относиться к нему. Потому что это человек, ну я не знаю. Откуда вы приехали, ребят? Донецкая область. Прекрасно знаете места. 1100 километров. Служил я там. Служили? А где? Немножко дальше. Артемовск. Да. В Артемовск. Там... Не самом, я там не служил, в командировках я там был. Ну понятно, там. Вы знаете. Да тут я думаю, ребята должны приехать, те, что мы раньше с ними виделись. Тут же очень много друзей. Вообще вот Высоцкий. Движение, да? Вот, все, кто приезжает, это нужно сравнить с движением каким-то Высоцкого. Да? Женский клуб. Они самые ведущие психологические сотрудники. Вот так вот это вот самые родные. Еще все равно будем. Как бы они там не крутили, а сравнение соединяться будет. Пусть они там что угодно. Это, а знаем, это вот эти вот Ющенки и Тимошенки кричать нам, эти вот браты, ну, Западная Украина, там Польша им нравится. А мы там ничего, у нас никто не ждет. Вот тут наши. Вообще молодцы ребята, конечно. Обалдеть нужно. Конечно. О, Донбасс, ну подумайте, а! Очень хорошо. Молодцы какие. А вы на чем прилетели? Ну как, лишь бы быть здесь, правильно? А мы за всех вас, кто поклонники творчества, за всех вас высказали этим велопробегом. Признание. Признание, Владимир Васильевич. Вот надо вас, вот так, три. Нет, нас четверо. Сейчас еще один сейчас придет. Всю вашу группу сфотографируем. Откуда они приехали? С Донбасса? А? Из-под Артема. 1100 километров. Донбасса уже был. Донбасса приехала. Они уже снимали.